Добрый день, друзья! Сегодня анонс курса «Род и родовая сила. Магия рода». Мы будем говорить на этом курсе о всех наработках, которые я сделал инфодайвинг за время своей работы именно в вопросах рода. И наработки у инфодайвинга достаточно глубинные в этом плане. То есть мы расшарили как и негативную составляющую рода, то, о чем обычно не говорят на тренингах. Да? То есть мы показываем, каким образом в роду передаются болезни, каким образом передаются проклятия, каким образом человек стягивается по частотам вниз и зависает в инкарнационных циклах и так далее. Под это дело мы рассмотрим бы третью платформу, именно вот этот трон сатаны, потому что род там тоже обозначен. И казалось бы, что самого такого уже удали все родовые программы и живи спокойно. Но, кажется, нет. В этом тоже есть дисгармония, потому что в роду есть сила, в роду есть дары, в роду есть ресурсы, и эти ресурсы в дальнейшем отражаются на жизни человека при рождении детей, при финансовом достатке и так далее. Где найти, как выстроить баланс, каким образом воспользоваться ресурсами рода, чтобы при этом не пострадало физическое тело, каким образом род влияет на интеллектуальное и духовное развитие человека, и каким образом человек влияет на духовное и интеллектуальное развитие рода. Очень много будет глубинных вопросов, и поверьте мне, наши наработки не всегда соответствуют тем, которые есть в представлениях в социуме и которые озвучены публично на тренингах, которые проводятся по сути на эту тему повсеместно. Вот про род мы и будем говорить 3 дня, 15, 16, 17 сентября, с 12 до 22 часов. Мы дадим очень много психотехнической базы новой, которую нарабатывали конкретно мы. Это наработки инфодайвинга. Мы не повторяем чьи-то материалы, мы не пересказываем наработки психологов и экстрасенсов, эзотериков. Вот то, что нам пригодилось в работе с детьми, то, что давало конкретные результаты и подвижки при работе по здоровью со взрослыми, вот всем этим мы и будем делиться. И тут же мы рассмотрим и проклятия, и болезни, и курс офигенный. Интересный. И в конце обязательно будет подарок от инфодайверов участникам. Будет внутренняя отладка. Мы уже давно не делали внутренних отладок, но именно этот курс пойдет с внутренней отладкой. Мы все-таки ее сделаем, дадим вам прочувствовать, попробовать, и вы поймете, что значит, когда вы в гармонии со своим родом, когда ваш род гордится вами, как своим представителем, и когда вы действительно влияете на род, как сознание, которое двинуло его в развитии вперед. Это невероятное ощущение, невероятное путешествие в себя, невероятное познание возможностей своей психики. Приглашаем. Для регистрации надо зайти на платформу sabrishin.com, выбрать курс «Род и родовая сила. Магия рода», оплатить и принять участие. Ждем вас сначала во вторник, 15 сентября, в 19 часов. Проводится только онлайн. Ведем мы его втроем. Наталья Зайцева, Ирина Остапук и Андрей Охримук. До встречи, друзья!